В Кирове Роспотребнадзор зафиксировал случай смерти от клещевого энцефалита. На вывоз мусора планируется потратить почти 1 000 000 000 рублей, а садоводам разрешили торговать своей продукцией бесплатно, но в специальных местах. Все подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». В Кирове сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали случай смерти от клещевого энцефалита. Известно, что погибший не был привит от инфекции. По данным ведомства, в этом году в регионе было зафиксировано порядка 130 случаев заболевания клещевым энцефалитом и более 230 боррелиозом. Это почти на 40% выше, чем в 2017 году. На вывоз мусора планируется потратить почти 1 000 000 000 рублей. Сейчас мусорная компания ищет подрядчика, который будет вывозить твердые бытовые отходы со всей области на полигон в Осинцах. С подрядчиком определятся в конце октября. Работы по вывозу мусора в Осинцы начнутся с 1 января 2019 года. С начала года Кировская область получила больше 14 миллиардов рублей из федерального бюджета. Сумма выросла по сравнению с тем же периодом 2017-го на 12%. В основном деньги были направлены на транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение и образование. Кировским садоводам разрешили торговать своей продукцией бесплатно, но в специально отведенных местах. Точки организованы у домов на улицах Советской, Парковой, Опариной и Комсомольской. Также места для торговли выделят и на ярмарках выходного дня. Кроме того, дачникам разрешили торговать на Центральном и Октябрьском рынках, но за это им придется заплатить от 25 рублей за место.